Привет, друзья мои хорошие. Я думаю, что многие из вас прекрасно знают, кто такой Слендер. Тот чувак, который ворует детей в лесу, тот чувак, который действительно подарил нам очень много незабываемых эмоций, когда мы искали вожделенные записки. Тот самый безликий хрен. Оказывается, у него есть девушка, и зовут ее Слендрина. Что самое интересное, сегодня на повестке дня у нас Слендрина Мазда, игрушка как раз про нее. А вот что слева, я не знаю, может быть это какой-то зародыш Слендера или инопланетный какой-нибудь повстанец, я черт его знает. Справа, собственно, персоной присутствует как раз девушка Слендера. Давайте же посмотрим, что из себя представляет эта игрушка. Так-с. Когда вы найдете дом, и там, собственно, найдете 8 кусочков с рисованными какими-то листочками, Слендермен вас может прикончить. А вы знаете секрет Слендрины, и, собственно, ваша задача — выбраться из дома. О, господи, это... Действительно, это место похоже на бункер. Вы должны найти 8 книжек, которые помогут вам выбраться из этого страшного места. Удачи вам! Игра загружается. О, как хорошо, что я начинаю сразу с оружия. У меня был как-то обзор Слендера, где надо было его убить. Слендер Маздай назывался. А это у нас Слендрина Маздай. Что интересно и примечательно, на Android, в общем, платформе есть у нас Слендерина. Именно пишется не Слендрина, а Слендерина. Именно впервые я там о ней и узнал. Так, найди 8 книжек, и только тогда ты сможешь выбраться. Окейушки, пошли смотреть, что у нас тут. Двери открываются. Тихо! Подожди, у меня есть оружие, а какое у меня еще есть? Ножочек у меня есть и волына. Чудненько, открываемся. Здравствуй, дратути! Надо кричать, наверное. О, блин, тихо, да, лежать, сука! Что это было? Падай, падла! Какого лешего? Я, честно, не очень понимаю, как эти существа, похожие на скорпиона-тараканов, имеют отношение к Слендеру или к Слендрине. Это дело открывается? Ух, неплохо, неплохо. Так, а что у нас здесь? У меня, кстати, не так-то много зарядов. Ау, людишки! Здесь как-то сыкотно прям ходить. Привет, братан! У тебя есть автоматец, я, пожалуй, заберу. Так, винтовочка у нас уже имеется, чудненько. Слушай, графен-то вроде неплох. Братиш, ты тоже пытался выбраться? Да, вся детализация, весь кэш, миллионные гонорары ушли, видимо, на этого чувака и его текстуры. Чего заперто? Найдите storage room key. Хорошо, давайте найдем от кладовочки ключик. Чё-то, блин, как-то прям реально впечатляет, знаешь, добротно сделано, я тебе скажу. Оп, двери открываются. Двери открываются, и Олежка идет вперед. Там ему Слендерина улыбается. Смерть твоя сейчас к тебе придет. Куда пошел, ублюдок? Блин, он услышал меня и просто свалил к ебеням. Братишка, блять, ты представляешь, многие фокусники учатся годами, чтобы проходить сквозь текстуры. А этому чуваку ничего не нужно. Ой, мать твою! Ни хреново. Да, слава. О, блин! Тихо, 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 тихо! Слендерина! Оп-оп! Слендерина, оп! Слендерина, бля-бля! Слендерина! Ух, тихо! У нас тут Counter-Strike, детка! Падай! Да, ты знаешь, когда у тебя есть МП-5 в руках или пистолет с ножом, допустим, тяп-тяп, блять, тебе просто нахер не нужны записки. Твоя задача — почувствовать себя Рэмбо и наказать всех тут. Дратути, есть кто живой? Дратути, нет, походу, никого здесь. Опа, это я возьму, пожалуй, это мне понадобится. О, привет, красавица. Оп-оп, Слендерина, оп-оп, тихо. Блять. Оп, тихо. Так, валим, валим, нахер. Get over here. Так, двери тут не открываются. Привет, у меня 25 патронов. Схера ли ты такой живой? Оу! Падай, падла! Сколько вас там? Я что-то вообще ума не приложу. Так, здесь что-то открывается, чудесно. Патроши, забирай быстрее. Форнейс Крумки, что-то я нашел, походу. Тихо, спокойно, ребят, сейчас мы перезарядимся и пойдем дальше наваливать. Я нашел ключ от какой-то комнаты. Слава богу, здесь никого нет. Так, эти двери не открываются, а вот эта дверь, по идее, должна поддаться нам. Дробашек! Да, детка, вот сейчас я буду раздавать по-черному. Ну что, сучечка, что у нас здесь? Ничего полезного? Одну из 8 книженцы я уже нашел. Я слышу, как... Кто-то где-то шебуршит! Оу! Тихо! Лежать, стерва недоразвитая! Я не думаю, что ты можешь меня пугать, если у тебя даже левая и правая полужопик друг к другу не прилегают. Слышишь это шуршание? Нет, это не мышки в голове твоей. Блять!
ебать колотить. Игрушки из Хэппи Мила ожили, серьезно. Когда-то я мечтал о таких игрушках, они реально похожи на скорпионов. Привет, сука. Вау, она похожа на мою учительницу первую. Тихо, падай. Падай, блядь. Сука тупая. Битчес, а? Ладно, мне 77% жизни. Я готов наваливать вам, сучки. Вот это мое спасение. Это Олежкино спасение. Открывай ширмочку, ёпта. Так. Оп, я что-то слышу. Там кряхтит, походу, это брендит. Давай зайдем сюда. Это мое спасение, еще один. О, толканчик. Нет, пуканчик наш пока не горит, слава богу, никто нас не преследует. Или я просто сейчас накаркаю. Как обычно. Давай, открывайся. Знаешь, как шутану. О, книжка. Так, 2 из 8 книг есть, но самая. Блять! Бляха-муха! Пошла нахрен, слышь ты, анорексичка сраная! Что ж ты страшная такая? Ты такая страшная. Походу, слендерина, ты не накрашенная, очень-очень страшная. Это что такое? А, это книжка, ёпты. Я думаю, что это лежит там у нас? Так, хорошо. Олежка, мы с тобой вроде что-то собрали, даже успели. Перезарядочка. Здесь уже пытался кто-то выйти, видно. Что-то мне, блядь, не нравится, как оно с тяжестью-то открывается. Ладно, ладно, ладно. Что это было, мать твою? Вы что, охренели, что ли? У Олежки нервы не железные. И чё? О, подожди, стоп, тут начало игры у нас было. Чё, надо жечь? Привет, красавица! Геровый гир, падла! Падай, мать твою! Падай! Это нормально. Это было, блядь, типично. Падай, сучка. Падай, ублюдок. Вот это нормально. Вот это было бомбец. Чё у вас там закрывается? Чё-то открывается. Так, ладно, я в котельной. Опа. Storage room key мы взяли с вами. А вот это уже хорошо. Дратычи. Так, заходим. Фух, мне надо вернуться. Открываться будем или как? О. Так, сейчас спокойно. Сейчас где-нибудь сообразим, куда мы, чё мы шли. Нам не сюда явно. А, хорошо. По-моему, не сюда надо было. Нет, не сюда. Значит, вниз. Значит, сюда. Я помню, где-то здесь была закрытая дверь у нас. Сторич, может, это? Не факт, конечно, но все можно от этой игры ожидать. Так, вот это, по-моему, было заперто. Открывай. Ух, вот это мне нравится. Здесь куча потрошков. Есть чем разжиться. Привет, красавица! Падай! Падай, блядинка! Падай, мать твою! Время сдыхать, слендерина. Я и слендера убивал, я и тебя убью. Для меня как бы не привыкать. Когда появляется слендерина, появляется еще маленький припиздок. Так, что, братан, я не знаю, что мне с тобой делать, но придется... Так, сторич я открыл. Привет, ублюдок, смотри. Хэдшот, падла! Бабушкин дробовик в деле. Так, нормально. Я не знаю, сколько я книжек уже нашел, сколько мне там надо еще найти. Мне просто нравится здесь веселиться. Тут реально весело. Че у нас здесь? Че это за коридоры такие длинные и страшные? Ладно, пойдем посмотрим. Знаешь, я как-то и забыл, что нам реально книги-то надо искать. Открывайся. Привет, маленькая узкая комната. Че тут у нас? Ах, есть патроны. Там кто-то у нас завизжал. Так, есть что-нибудь полезное? Открыл. Притом я в текстуру зашел. Слендерина, я тут! Опа! Тидыщ! Прощай, красавица, прощай. Так, леща мы ей прописали, ноги она тут свои... О-хо-хо-хо-хо! Не надо это делать. Блин, придурок! Куда ты... Что происходит в этой садоумной игре? Так, спокойно. Спокойно. Олежа немножко застрял, но это бывает, с кем не бывает. А, так, я могу перепрыгнуть, отлично. Наверняка здесь книжка тоже есть. Так, книженцы. Оп, хотя бы патроны, уже хорошо. Так, никто там к нам в гости не, на это самое, не наяривает. Фу, так, если я сюда попал, значит, не все так просто. Давай мы это задвинем, откроем вторую и заберем отсюда книжку. 5 из 8. Надо найти еще где-то 3 штуки. Я наверняка их видел, просто как-то не обратил внимания. Такое бывает. Дратучи. Чуть никого вроде нет. Ну и слава богу. Заходи, у меня есть патроны, я где-то успел даже подхилиться. Чё там за звуки были? Чё за садомия тут происходит, ёпты?
Так, отличненько, давай, дробик мы забрали. Смотри, как мы делаем. Мы просто закрываем дверь, и слендерина сюда уже не придет. Что-то как-то сыкотно, вы знаете, я вам скажу, однако. А бочки вроде не взрываются, насколько я понял. Их можно двигать. Физика, мать его, в этой игре присутствует, и это офигенно круто. Я боюсь, не хочу ее ломать просто сейчас игру. Таким образом. Так, ты что двигали, пытались, по крайней мере. Но книжки я нигде не вижу, она нигде не закатилась, так что погнали дальше. Что-то такое у нас. Фух, поехали. Здрасте. Есть кто живой? Так, тут книг нет. Тут мы забрали книженцу, пошли искать. Там была у нас еще локация. Мне кажется, что там я найду на свое счастье. Люди. Слушай, а может в начале где-то была? Мы уже столько всех перебили. 8 надо найти. Тут нигде не завалялось. Дело в том, что во многих играх про Слендера обычно книжки там разная атрибутика подсвечивались. Здесь, увы и ах, у нас ни хрена не подсвечивается. Под этой штукой вроде ничего не... Что это был за звук? Так, тут вроде все чисто, тут, по-моему, была книжка, я ее вроде забрал. Что это за такой, смотри? Я прохожу? Странно. Так, братан, у тебя тоже все чисто. Ну, давай поищем, посмотрим. Тут ничего нет. Карта не такая уж большая, так что можно это дело все обижать. Я, по-моему, находил еще пару ключей. Ра-па-па-па-па. Здесь не пройти, здесь спокойно. Ходишь с дробовиком, знаешь, чувствуешь себя как в своей тарелке. В тарелке полной слендерина. Так, здесь тихо, никто уже на тебя не нападает, потому что ибо все, закончились враги, видимо. Так, есть какой-то стеллаж, но он мне ничем интересным не выдается. Так, давай сюда. Еще раз пройдемся по всем локациям, посмотрим, может, я реально где-то что-то упустил. Так, тут чисто. В толкане может быть книжка? Может, конечно, может где-нибудь там в толчке еще кто-то. Что у нас здесь? Княженцы я. Хм, бляха-муха. О, что это, патроны? Блядь, я уже обрадовался, думал, книжка лежит. Ладно. Ну что, глазастая Олежка? Что это такое у нас? Это плитка вот. О, what the fuck это было, мать твою? Ладно. Не надо нам такие шутки. За такие шутки в зубах бывают промежутки. Здесь ничего. На нарах как бы чисто, и меня это немного удивляет. Так, туалет тоже чист. Ладно. Как уже нетрудно догадаться, это, походу, была у нас тюрьма. Или какой-нибудь карцер, или исправительная какая-нибудь колония, хер его знает. Тут тоже есть такая вот полочка, а в других камерах полочки не было, на удивление. Ладно, здесь чисто. Пошли поищем еще здесь, может, тут я что-то упустил где-то. Вот тут была закрытая дверь, но она вообще никаких признаков жизни не подавала. Конишки, ау. О, что это такое у нас? Это не книга, блин. О, мать твою, какого хера? Падай, падай, мать твою! Ух, напугала, а? Вот ублюдка. Не представляешь, не было, не было, не было. Привет, ублюдок! Падай, мать твою! Ух, скорпиона мы тоже завалили. Да, в этот раз скорпион явно не win. Откуда вы вылезли? Так, эти двери не открываются. Так, тут, наверное, что-то, да? Если они повылазили, значит, где-то что-то я явно упускаю. А, вот, смотри, видишь, вот эта вот дверь оказывается. С этим делом все понятно. Так, давай снизу. Давай вот тут откроем, но тут все чисто. Слушай, я уже не знаю, где тогда искать. Там, в принципе, был еще один проход. Пойдем, пройдем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Здесь вроде бы все тихо. Так, там мы были, оттуда мы пришли, остается только сюда пройти. Фух, так, никто вроде не собирается сюда подходить. Слушай, ну я не знаю уже, где остальные части искать. Это дело у нас не работает, оно не загорается, и вроде как бы все. Можно, конечно, дверь закрыть. Что это за призвуки странные? Нет, Олежа, в текстуре застревать сегодня ты явно не плани... Чё, прикалываешься нахер? Как я выйду отсюда? Фух. Слава богу, отсюда можно выйти. Друзья мои, честно, я не знаю, где искать остальные три книжки. Я вроде бы все уже обыскал, все локации пересмотрел. Больше я тут ничего такого не вижу. Если вам удалось найти все части, пишите об этом, где находились остальные. Потому что, ну как, видите, вот так вот у нас вышло. Тем не менее, игрушка довольно добротная. Можно пострелять в слендерину, пострелять в какого-то чупакабру непонятного. И словить на этом немножко веселья и позитива. Спасибо, что смотрели. Куда-то я вышел. А, это самое наше начало. Это самое наше начало. Здесь, по сути, ничего интересного для меня уже, увы, нет. Ящики разбиваются?
Ящики не разбиваются. Все, ребят, до скорых тогда встреч. Пока-пока.